Еще раз скажу, что послание, оно было и под эгидой как раз увеличения рождаемости демографии. Мы говорим, президент говорит, это очень важно для страны. А соответственно, это новая программа «Семья», программа «Здоровье». А программа «Здоровье» и «Семья» они все равно включают и подразумевают, это как раз здоровый образ жизни. Здоровый образ жизни – это наши спортивные школы, это наши спортивные сооружения, это ФОКи, это площадки спортивные, это вовлечение в жизнь, это образ жизни, о чем президент напомнил примерно, вот мы с вами, я смотрю, большую часть одного поколения, да, что было сказано, да, бросай пить, вставай на лыжи, да, был такой лозунг, ну, было же это, да, и мобилизация под это была, вот, поэтому и лыжами занимались в каждой сельской школе, у меня 8 лет, 8-летняя школа была, ну, извините, там были лыжи, да, плохо, хорошо, но потом за Приволжскую железную дорогу я в Астрахани выступал, там второе место взял, да, то есть, ну, ходьба на бег на лыжах. Но это я сейчас просто к чему? Вот программы, они все президентские были наполнены еще не просто, было задано векторы направления. Каждая программа подразумевает под собой финансирование.